Все необходимое в одном телефоне. Новое приложение госуслуги «Авто» содержит в себе все документы в электронном виде, водительские права и свидетельства о регистрации транспортного средства. Кроме того, через приложение можно записаться в ГИБДД для регистрации транспорта, получения или замены водительских прав. Можно оформить электронный европротокол при ДТП или сделать фотофиксацию при оформлении бумажного бланка, оплатить или обжаловать автоштраф онлайн, доверить управление другому водителю, получить выписку из реестра транспортных средств с информацией об автомобиле. При остановке водителя, используя данный сервис, формируется специальный QR-код, который считывается специальной программой сотрудника ГИБДД, и данные водителя, его водительское удостоверение отображается, и, соответственно, происходит проверка. Чтобы начать использовать госуслуги «Авто», нужно скачать приложение на телефон и авторизоваться с помощью учетной записи госуслуг. Все документы автоматически загружаются в приложение из базы данных ГИБДД. Чтобы предъявить тот или иной документ, необходимо нажать кнопку «Предъявить документы». После этого приложение сформирует QR-код, который инспектор считает через планшет. Предъявлять водительское удостоверение в госуслугах «Авто» можно даже без доступа к интернету. Пример ситуации. В семье один автомобиль. Жена, муж... Если взрослые дети используют один и тот же автомобиль. Муж уехал, приехал или уехал в командировку, документы на машину забрал или забыл там где-то оставить. Жене надо использовать автомобиль. Где она возьмет? Без документов ездить нельзя. А тут, пожалуйста, в телефоне все привязано. Сейчас сервис госуслуги «Авто» работает в тестовом режиме, поэтому сотрудники ГИБДД напоминают, что водители все равно обязаны иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ващенко, Служба новостей Саров, 24.